Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы тестируем наше божество на локациях. Точнее, на локации. Это довольно-таки сложно для многих, и для меня в том числе. Потому что бывают разные вариации героев, вылетают на сопределе, на адском режиме. Будем пробовать тащить, шатать, не знаю, что там у нас получится. В общем, буду юзать я такую вот сборку. Дев плюс ПДшка, немножко урона, ССка. Поехали. Поехали, посмотрим. Ну, я не знаю, с трех режимов, конечно, адские самые сложные, остальные даже смысла... Ну, у меня и так все герои, мне этот нету смысла фармить, но я чисто ради интереса смотрю разные вариации героев, что можно сделать, как можно сделать. В общем, поехали. Берем по стандарту наш самых таких интересных топовых. Возможно, Марине нужна будет. Так. Уже столько героев, уже всех толком и не взять. Поехали. Раз. Вас. Рис. Рис. Рейка 5. Поставим божество 6. Попробуем такой вариант. Мне интересно, что сейчас будет. Ну, я смотрю пачки пока, как видите. Ну, это первый этаж. Что сейчас будет, как она будет здесь? Вот, смотрите, вообще вот. Для чего она здесь, и как, в принципе, и на PvP локациях будет использоваться? Это просто обалденный, скажем так, стан своего рода героев. То есть ее реально сложно будет в таких локациях ушатать. Точнее, пачку. Я надеюсь, что я не попаду на такую же. Правда, единственный вариант, что надо ее использовать, наверное, сразу же пробовать с ремкой. Чтобы она сразу же включалась. Вот она пошел там дамаг, полям и с чем-то. Но она, конечно, бомбическая. Мэри классная, крутая, но, блин, она мне тоже очень нравится. Мэри по-своему хороша, она бьет всех сразу. А это просто... И живет еще дополнительно нормально. Так, давайте считайте. Сейчас поставим на нее ремочку сразу же. Но единственное, что надо еще помудрить немножко со сборочками на нее. Интересно. Ну, она вот такой вариации, по идее, не должна сливаться. Буду искать специально сложные тяжелые пачки. Нифига себе, лис. Ну, пацан сказал, пацан сделал. Лис так лис. Так, я что-то не понял. Они там накинулось на них обездвиживание или нет? Я не вижу. Не вижу эффекта. Так, ну и пока все живы. Я немножко не туда и пошел. Офигеть, опять лис, опять бард. Но я, конечно же, пойду через барда. Так, не вижу ее ремки включения. Она включиться не может. Это стоит, смотрите, вообще стоит. Как вкопанная, блин. На ней нет уклонения, то есть она не может включиться сразу. Подружка, где твой эффект? 6 героев бьют одного. Вот я не знаю. А, вот включилось оно чуть ниже, я смотрю вверх. 6 героев бьют одного Феникса, блин.
Смешно на это, конечно, смотреть. Так, Зефир, оккультист. Пойдем через оккультиста. Как-то, знаете, непонятно. Я не вижу эффекта. То ли что-то пошло не так. Но этого она, конечно, долбит, разваливает. Знаете, Мэри бьет дофига целей, но это бьет одну цель. И офигенно, вот в чем разница. Вот, наверное, на эту локацию она вообще топчик. Потому что урона столько, что они просто разлетаются. Это пока первый этаж. Сейчас я хочу, знаете, что попробовать? Героя соло. Вот у нас как раз пачка есть. Смотрите. Она сработала намного позже. Возможно, нету смысла этой ремки здесь. ПБшка, смотрите, что делает процентуальным уроном. Офигеть. ПБшка тащер, ребят. Понятное дело, что сейчас они, наверное, ее... Хотя, вот, смотрите, на домах. ПБшка... Офигеть просто. Жесть, жестко. Реально жестко. Такс. Поехали, резнем на следующем этаже. Так, что я такое собрал? Непонятное. Но все-таки ушатали. Видите, процентуалка. У нее нету никакого ограничения. Процентуалка очень хорошо заходит. То есть ПБшка, Роза... будут хорошенько так, ну, в принципе, как и всех остальных героев, наносить дамаг жестко. Мари, конечно, проседает что-то вообще. Жесткие типы. Так, ну вот это мне вот больше всего не нравится. Что-то начал... Перезагрузим. Начал подвисать эмулятор. Надо почистить. Удалить его нафиг. И установить. Надо вообще комп почистить. Ну что я могу сказать? Мне герой вот на первых началах нравится. Единственное, я вот сотрю он из осмотров питомцев там и прочего не включается сразу. То есть ремочный вариант, наверное, бессмысленный. Хотя герой и автопрокер, возможно, в некоторых вариациях это будет спасать, но... Так, знаете, не то немножко. Хотя, по идее, эффект должен быть вау от скилла, но срабатывает оно, как видите, на практике совсем не так, как хотелось бы. Ого. 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 Блин. Давайте мы пойдем нападем на эту. Вот Мэри, если так посмотреть, Мэри сливается намного быстрее. Ну, конечно, у этого героя больше преимуществ, чем у Мэри. Я думаю, ну, я не думаю, я вижу это, я это уже показал. По герою реально по универсальнее.
что это такое? Что это за пачка? Ау, IGG, что с вами? Что-то я вообще... Нифига себе. Нифига себе, нас развалят, хотят сказать. Да ладно, жестики. Второй этаж и жестик. 3 на 5, ребята. Это какая-то, это реально, это был, это подстава. 3 героя против 5. Это что-то новое, знаете. Типа замануха в запределе. Смотришь, блядь, там 3 героя, сейчас их ушатают. А в итоге попадаешь на 3, которые разобрали твою пачку. Ну ничего, так прикольненько. Нифига себе. Ай, Джуджу, что это было? Байтите на просмотр рекламы с троих героев? Да не вопрос, сейчас посмотрим. Да. Я, знаете, я уже ничему не удивляюсь за пределе. Просто тупо не удивляюсь. Я посмотрю интересную рекламку от IGG, ребята. О май гад. О май гад, что здесь показывают. Офигеть. Вы знаете, вот что самое мне больше нравится? Что они встраивают рекламу в встроенку других игр. Ладно, я понимаю, вы зарабатываете на этом бабло. Но в вашей ситуации, когда с вашей игры люди уходят, я бы не ставил, ну... Есть же возможность поставить определенную рекламу. Но они этого не делают. И я просто... Я, ну ладно, все, короче. Я не буду бомбить. Поехали, делаем. Делаем хорошую пачку. Так, наверное, поставим все-таки парк. Акс. Порожеюшка. Порожей Барт. Этот состав у нее дамаг обалденный. Нифига себе! Там, наверное, отражалка была. Это жестко. Нас просто жестко развалили. Ну, что? Куда они делись? Что это было? Видите, надо ставить все-таки ПДшку. ПДшка плюс ОЗ — это самый хороший вариант. Да, нежданчик. Сказал, надо ставить, и не поменял. Я вам скажу так, Икоса... Что? Летом не показал. Офигеть просто, вот просто офигеть не встать. Посмотрите на вот этих вот героев. Посмотрите, что с моими героями случилось. Просто 3, минус 3. Офигеть просто. Вот я вот, чем дальше, тем больше не удивляюсь этому всему. Так, надо собраться. Соберись, разберись. Просто тупо жестко ушатали половину моих.
Ну, Мэри, я вот смотрю, знаете, вот смотрю на Мэри. Мэри уступает однозначно герою. Ну, там именно дамаг по одной цели, конкретный дамаг. Вот смотрите, здесь Мэри стоит, да? Его мы там шатаем. У нас Фрей осталась, насколько я вижу. Кто-то там есть. Анубис, что ли? Да, Анубис и Зефир. Ну вот Мэри дамажит вроде как бы всех, да? Да, посмотрим. Тут на нас понакидывали всего. И Зефир там есть. Судя по всему, с отражалками тоже. Там Зефир даже не хилится толком. 5-6. Посмотрите, что они наделали. Они просто тупо моих героев сейчас разваливают. Я в шоке. Остался один бард. Еще Фрейя есть. И вот обалденный Зефир. Посмотрите, минус, 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 минус. Окей, я делаю специально вот так. И сейчас мы сделаем тестик. Там, походу, он с отражалкой, если я не ошибаюсь. Может и нет. Сейчас проверим. Ну, ремка, я уже сказал. Ну, как по мне, бессмысленно. Лучше поставить ПДшку против отражалок. Потому что дамаг, ну, просто нереально много. Мне кажется, такой вариант на сегодня будет самый интересный. И поехали. Протестируем один на один. Ну, супер пэтом. Ух ты, у него дамаг. Нифига себе он фигачит. Ну посмотрите, вот. Вот почему этот герой мне нравится. Можно, в принципе, блин, надо было сначала Мэри пустить. Так, нет, что я соло? Сейчас опять просру. Да, это, конечно, жесть. Но вы сами видите, для чего. Она просто щелкает Зефиров, там, Фрей и прочих один на один. И особенно, когда она в пачке. 6 героев не могут слить. Этот герой реально очень круто помогает. Поэтому это на сегодня хоть и самый такой, ну, относительно дорогой по сравнению с другими. Потому что сейчас не продают в таком количестве. Но востребованный герой. Пользы от него, конечно, хватает. Что это было? Фрейю, конечно, вот по красоте только что уделали. Но я что-то вообще нифига не понял. Огник просто ушатался. Как будто его здесь не было. Ну, вариаций для доната уже на сегодня реально очень много. Ну,
Вот смотрите, этот замораживает. Каждый делает свое. Тот замораживает, тот обездвиживает. Что еще надо? Так, я не понял, чего ушатали уже, что ли? Не должны же вроде. Блин, такая сумма только вот. Было бы неплохо, чтобы вынесли где-то героя в стороне. Да, походу. Люблю IGG. И тут ушатали. Видите, даже какую вы сборку бы не сделали, если у вас большая сила усиления настолько крутые, то просто сидишь и офигеваешь. В общем, ребят, такой вот тест. Не знаю, мне герой нравится. Хоть и он не особо... Мы не прошли полностью все, как обычно. Видите, вот нас ушатывают. Я не буду сейчас использовать кучу попыток. Легче стало, особенно против Зефира, герой реально себя оправдывает. Когда у вас остается там Фрейя, либо Зефир, которых сложно убить, Мэри не всегда спасет. Потому что ее в большинстве случаев сливают, и она не бывает, не наносит нифига себе, ну просто нас разгребли. Ее просто убивают. Давайте попробуем, нет, все-таки давайте попробуем. Все-таки третий лавл еще. Что им дарить? Чем я открывал? Можно было из-за самоцвета открыть. Какая разница, в принципе. Вот давайте попробуем вариант. Поставим барда с Мэри. Ну это я так относительно. Какая там сборка у Мэри. Поставим ПДшку. Перенесем сюда руку. Мы можем в двух вариантах просто биться. Так, это сразу двоих шатает. Шатала. Пар треснул, но все равно это не спасло. Блин, они подбиты, конечно, уже. В принципе, так, а это хилится, отлично. А Зефир, Зефир хилится или нет? Что-то он даже не попадает. И хилится, хилится что-то. Как-то странно. Какой-то странный отхил у Зефира. Отлично, пусть подхилится и попробуем. Так вот даже. Смотрите, плюсы. Героя. Никаких плюсов, точно так же отлетел на хай-левеле, как и это. В общем, ребята, это кайф. Я балдею просто от этих выселений.
Короче, что то говно донатное, что это донатное говно. Не покупайте, не качайте. Нахрен оно вообще всралось. Подобавляют этой хрени. Вроде классная тема, но заходишь на это усиление, смотришь, и тебя просто вот имеют... Без разницы, какая у тебя прокачка, какого ты героя ставишь. Просто 2 на 2 с бардиком не вывезли. Это просто писец, честно скажу. Я уже ничему не удивляюсь. Сейчас потеряем лисицу, но попробуем пройти полностью все до конца. Там отражалка, конечно, хорошая. А, еще и с маскировкой. Лисица, бард улетели. Я, честно говоря, офигеваю. Немножко. Немножко иногда. Давайте уже просто зафармлю. Я сейчас буду орать, если мы здесь сольемся. Вроде все выжили. Что это за прикол? Они не проседают. Нифига себе, у меня там дамаг пролетает. Сколько? Что это было? Посмотрите на дамаг от Фреи. И мы все равно еле-еле-еле их добиваем. Да ладно, он резнулся еще. Это просто писец. Это реально жесть. Наконец-то начали дохнуть. О, нормас пошел дамаг. Да вы добьете их или нет? Кто у нас остался? Фрея? Короче, я уже говорю, я здесь ничему не удивляюсь в этой локации. Улетело, отлетело только так. Так, ставим сюда. Так, Ронин. Блин, давайте через Ронина нападем. Чё нам? Атлант, который сейчас включится. Нифига себе. Да вы что, прикалываетесь? Атлант живой. Посмотрите на... Жесть, Атлант там жил. Так, остался у нас Ронин. Но Ронин, по идее, должен отлететь. Но это только по идее. Да, отлетает. Хотя я думал, что здесь будет повеселее Ронин. В общем, ребятушки, вот так вот. Дошли мы до последнего левела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.